Рассмотрим вопросы, связанные с обеспечением безопасности обучающихся в образовательных учреждениях Камчатского края, в том числе учреждениях высшего образования. К сожалению, уважаемые коллеги, мы все знаем, что целый ряд трагических событий в этом году в стране случился. Это и события в Казани недавние, и в Перми, когда произошли в том числе гибель людей, убито 6 человек, около 30 пострадало в результате событий в высшем образовательном учреждении города Перми. В связи с этим, безусловно, нам необходимо усилить меры безопасности и удостовериться, что те мероприятия, которые в высших учебных заведениях и заведениях профессионального образования предпринимаются, в полной мере соответствуют требованиям.